Всем привет, ребята! Мы сейчас как настоящие тайцы на мотоцикле. Здесь, правда, мы очень медленно и тихонько будем ехать. И по деревне, где ее мама живет сейчас, мы вам покажем места красивые. Тут еще рядом очень много занимается резьбой по дереву. Это 20 километров от Чангмая. Деревня называется Бантавай. Смотрите, это такой типа как резец, резьба по дереву такой вот. Вон наша Шира там. Здесь же и обучают много всех, кто хочет учиться резьбой по дереву. Вот тут там целые школы тут есть. Конечно, мы чуть-чуть поздновато сюда зашли, потому что они уже начинают закрывать. Обычно тут много туристов, и люди покупают прямо большие скульптуры из дерева, и им отсылают все это, портом, прямо можно контейнер себе забить. Особенно те, кто хотят сделать декорацию там в каком-то ресторане, там, или у себя дома поставить какую-то там, вот видите, там слоны. Всякие птицы, слоны, все это резьба по дереву. Вот много-много таких вот магазинов вокруг. И каждый там свой стиль, ну, как бы тайский стиль, но есть много разных там уже скульптур, которые они разрисовывают тоже. Есть просто деревянные. Сейчас вам покажем. Это такие вот обычные всякие надписи. Вот все что угодно, вешалки всякие для картин вот вешать там. Смотрите, какие красивые картины тоже здесь рисуют. И тут же и красят такие подставки. Там вон кто-то что-то вырезает посередине. Что-то они там режут. Ну-ка, давай посмотрим. Can I make the video? Yeah. For Thai video, they go hard. Yes, you can make the videos. Смотрите, ребята. Hello. He said you need to make it more clean. Тайский стиль резьбы по дереву. Смотрите, сколько у них резцов всяких разных, разные размеры. Сейчас попробуем посмотреть еще сближе. Вот много-много резцов. Такой вот молоточек. Железный, это резина от какого-то колеса. Вот человек, смотрите, сидит целыми днями и вырезает скульптуру. А вот смотрите, еще какие резцы бывают. Вот он прямо по картинке вырезает на глаз скульптуру такую вот Будды.
Не знаю, наверное, этот монах, он заказывает что-то в монастырь. Вот смотрите, какая картина Будды будет большая. Так, вот ребята тут работают. Очень кропотливая работа, очень много нужно терпения. И, конечно, умения и желания. Вот и все. Ну что, пойдем дальше, посмотрим, что тут еще. Тайцы любят покупать себе при входе в дом вот такие вот маленькие, как оно называется, темпл. Ну, короче, забыл слово на русском. Ну, для, как бы, чтобы было все good luck, чтобы все было хорошо. Вот еще фонарик есть. Вот, смотрите, уже разрисованные скульптуры. Можете купить себе в контейнер, отправить таких Будды. Всякие разные, которые приветствуют. Там, если вы открываете ресторан тайский, то здесь вот можно закупиться много интересного декора в ресторан. Тут вот много всяких от этой улицы, еще такие вот маленькие улочки идут. Тоже много магазинов таких вот. Жена говорит, это стиль из Бирмы. Бирмийский стиль статуи. Картины такие. Там вот еще какой-то храм, монастырь, храм. Посмотрим, что там за храм. Мама пошла в туалет, а мы тут шире рассматриваем вход в храм. Такой вот лотос тут растет. Лотосы. Будда. Все из дерева. No. Ой, смотрите, ребята, там змея. Мама. Сейчас мама придет. Смотрите, змея, как настоящая. Мама. Вот здесь вот храм. Мама. Тоже везде очень много резьбы. Тут вот тенек, хорошо. Посмотрите, какой красивый. Разрисованный весь. Но мы сейчас храм вам не будем весь рассказывать, показывать. Потому что у нас еще будет очень много разных видео с разных мест. Там, где будут тоже храмы. Так, вкратце здесь пройдем, покажем чуть-чуть. Вот еще змей какие-то. Идем к маме, все, переключимся сейчас. Купили такую вот утку купили, которую надо дуть. Вот сюда. Сира, ты же не умеешь дуть в утку. В утку дуть. Только папа может показать тебе как. Короче, у Ширы такая утка деревянная. Мы здесь купили. Утка такая, утка. Масе. Ашила? Ашила? Ашила пу-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 пу.
แล้วคนละздесь можно весь день, короче, ходить, ребята. Вот, смотрите еще. Если у вас есть дерево рядом, можете купить такой вот скворечник, или как это называется. Здесь же могут упаковать и прямо же отправить вам. Вот, смотрите, еще такие есть всякие лампочки. Красивые. Смотрите, ребята, какие стекла они надрезают и обклеивают. Деревянные такие скульптуры, разрисованные уже. Тут же и надрезают все. Сколько они делают всего интересного. Хотите стать королем? Вот вам и кресло для короля. Между прочим, настоящие цветы. Здесь можно и кофе попить. Сыра нашла себе друзей. Смотрите, ребята, такие вот, не знаю, наверное, для зонтика что-то. Можно зонтики сюда положить. Деревянные. Всего лишь 250 бат. Или вот такие вот есть подносы деревянные тоже за 150-180 бат.